25-летие государственных символов Чувашии отмечали сегодня по всей республике. По этому случаю в центре столицы состоялся массовый флешмоб. Несколько сот чебоксарцев вышли на площадку перед монументом матери-покровительницы, чтобы сотворить из листов формата А4 государственный герб республики. Разглядеть его можно было только с высоты. Мы пришли сюда не первый год, мы уже принимаем участие в этом флешмобе третий раз. Мы любим очень свою Чувашскую республику! К акции присоединились учащиеся чебоксарских учебных заведений, госслужащие и просто небезразличные люди, патриоты своей родины. На протяжении всего действа звучал гимн республики.